Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Оп. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор экстракта CO2 Босфери. Это смола дерева ладана, которая является самым популярным наряду с сандалом и мирой обрядовым благовонием во многих культурах. Но косметическое лечебное использование этого растения также имеет длинную историю. CO2 экстракт Босфери в таком оказывает подпитывающую поддержку опорно-двигательной системы, обладает отхаркивающим действием, восстанавливает и укрепляет сосуды, капилляры, облегчает циркуляцию крови, воспаленных тканях и суставах, оказывает противовоспалительное действие, облегчает доступ крови к воспаленным суставам и тканям, снимает воспаление при артритах. Косметические свойства CO2 экстракта Босфери таковы. Мощное противовоспалительное средство со свойствами природного анальгетика. Лечит и предупреждает кожные неприятности, такие как акне, угревую сыпь, сибарею. Оказывает антиоксидантное и расслабляющее кожу антистрессовое действие. Ладан хорошо увлажняет и препятствует шелушению сухости кожи. Восхитительные дезодорирующие волосы и кожекомпонент. Спреи для тела действуют как антипреспирант. Устраняет чрезмерное выделение кожного сала. Обладает вяжущими свойствами, борется с морщинками. Обрабатывает проблемную кожу как антисептик. Придает коже прочность и повышает защитные функции. Кожа лица после применения косметики с экстрактом ладана становится значительно свежее. Имеет ровный тон и сохраняет матовость даже в жару. Действие Босфери достаточно мягкое и питательное. Потом экстракт вводит средства под глаза и для губ. Ладан – красящее вещество, и это его свойство востребовано в декоративной косметике. Вот такой бутылочке мы отправляем экстракт CO2 Босфери нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!